Вернулся, походу, стой. Вернулся? Да, он вернулся. Выкинула вестница, да? Да заходи, заходи. Мы на... У вас стоим. На короле стоим. Может, топор выбьешь с тремя дырками напал? Да не, я буду этот спал. Блядь, где моя кожа, блядь? На мои 3 спека. Всякая топора шалатная. Колечко, кстати, более-менее такое, падает с него. Чё за колечко? По скоростью, с меткостью, силы атаки. Топор очень сильный, с тремя сутками, бисовый. Плечи по наподобие 239-х падает с него. Где-то носовую видел. Блядь, где-то есть крит-хаст, штаны или что-то такое, офсет какой-то. Кстати, кто мне скажет, где я квест никогда не брал, вот Анзу вызывать? Это же здесь? Да, это на второй комнате. Это в Зангардо. Это Лунное Поляне. Лунное Поляне. А как называется? Ой, бля. Подожди, они в этой? Шелест ветра, короче, какой-то чувак там. А. Они в Зангардо. Это в центре Лунной Поляны. Начинается, а потом ты летишь в этот, за Ганнентопь. И да, там будет кучку квестов. И в конечном тебе приведет к Англии. Надо чипнуть. Так. Поехали. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Господи. Давайте после этого босса перекурим 5 минут. Да, давайте. Ну, можно регнуться, вы зайти. Да, да. Где-то мы отойдем. Слишком далеко. У вас остались изучены вообще? Да, легко осталось. Все равно время занимает нормально вот все РБК пройти. Я вообще попробую, что здесь какие-то перекошки. Что было, это ничто. Не, если патти будет фулл Т4, то за 2 часа фулл инсты. Пол один тех Т4, блядь, гальнут. Полтора часа пронесет все. Посох. Да. Чё там крит меткость, да? Ну, кстати, пуха неплохая на танка, ну и сова неплохая. На сову неплохая, да, ну-ка. Ну и на танк. Ну, пуха это тебе. Да не, пуха мне. Ой, чё я ревну? Отмените. Это не то, не то. Это не то? А, ты личкин хрегнул. Ладно, я отменил. Короче, давайте пока отойдем, ревну потом как раз. Ага.
Добрый день. Алло. Алло. Что у вас здесь происходит? РБК. Тут. Ой. Дешево. Зорки свалил. Здорово, Гудлик. Привет. Сейчас мобильника зайду, у меня бедный. Сейчас я через кабель. Через кабель подключусь. Одну минуту. Банан, ты тут? Вы уже заканчиваете или вы с нуля? Да, тут что такое? Что хочешь, в принципе, можем даже вечерком сходить. Вечером, я так понимаю, нет сегодня ничего в Каро. Ну, да, в принципе, можно. Я сейчас РБК окончу, потом пойду как раз. Гудлик, пойдешь в Каро сегодня? Вечером? Да. Я соберу, да, на изи убьем. Не знаю. Главное, на перчатки, которые это там рога не рассчитывай. А я анролом все тебе заберу, все. Или меньше рог на городе. Что-то было. Вы с нуля или вы уже заканчиваете? Тут еще, по идее, 4 осталось. Гудли, хочешь, дам тебе. Пойдешь в РБК. Да мне надо с нуля. Я шел по дороге. А, ну тогда давай я закончу и с тобой будем на дроле пойду сидеть. Слышишь, Игорь? Да, шоба к 12 зайдет, мы пойдем. Ну окей, я как раз закончу и пойду следующий. На мейне. Что, регаем? Мы только два пронесли, что вроде 5 или сколько. 3 еще. А что у вас есть мясо? Ну я могу освободить. У вас по-хорошему фейп. Просто отъехать надо. А, да. Ну я могу вместо тебя на ретрике. В каком ретрике? Ты вон? На ДК могу. Давай за ДК. Я туда вылазю. Ну, Гудлика возьмете. Mm-hmm. Ну, давай, Банан, ты это напишешь, как будешь собирать. А что не на ретрике, блин? В принципе, в любое время готов. Мы с ним ближе к 4 там где-то сходило. Угу. Что, сколько вы хотите напишешь? В Кару идти? Я не знаю, мне хоть вечером, хоть в это, как он льду закончит. Сегодня же вообще ничего нету. Я бы в Кару лучше бы не вечером. Ну, типа, я в 3 или в 4 закончу и пойдем сразу делать. Че, пойдешь, Гудлик, с нами? Ну да, если в 3, в 4, то точно, да. Зорку ну, да, надо еще забрать. Зорку, сейчас я просто... Зорку, есть. Так, а у меня там аккаунт не подтвержден, у меня сейчас это ебало. Я не знаю, типа, хватит ли еще надо кабель цвета. На ноуте зарядки, может, на одну хватит? Гудлик, ты где? Падьте, давай. От тебя нету... Тут. Ну, на ДК я. Блять, как этот гладиус вонючий убрать, задолбал. Че, куда рог пошел? Я Гудлику места освободил, нет, по-хорошему отъехать нужно часочек. Ага. Лидер-то, да, нет. А где Гудлик?
Ну, сейчас по-хорошему эти РБК фармить, эти камни бессмысленно. Почему? Мишка, мишка лидера, надо будет добывать брать. Он ДД? Да, поехали. Все равно, Гудлик, сейчас смотри, много ты камней не вставишь. Потому что сейчас в сентябре уже шмот будешь менять. Ну, не факт, типа, у меня есть 239 ботинки, которые лучше, чем 245. Тогда можно два сокета засунуть. Не, ну у меня тоже вот, например, которые с алгалоном у меня запястье 25, они у меня обисовые будут до ИВК. Ну, так в Т4, типа, ну, бля, Т4 еще никто не. Гудли, как тебе мой хапа уже 214? Нихуя ты даешь. Нормально, сейчас хотел эти фрагменты сердолик купить, пишет по 300 голды, 15 штук. Нажимаю, нажимаю 15, пишет итоговая цена 4500, нажимаю уже купить, пишет 12100. Ну покупаю. Я ничего не могу купить. Не, я тоже не могу, мне потом сейчас по-любому выдаст, то, что предмет уже куплен. А вчера хотел так фласку купить. Какие гудры, вчера ходил. Пала по мне дали, надо. Хотя не, все, не надо. Отъехал где-то через часик, через два буду. У меня две пустоты. Там пустота нужна это? Загрыз не на продажу. По 500 долги ее покупают. Не, просто своим атакой отдам, нужно все равно. Хера там и... этот Лангрис, да, ач. Там все, я уехал. Будем типа СП 24. Ну ты слетай. Я слышите? Мы слышим тебя, брат. Слышите? Алло. К сожалению. Я перезайду, мне свет дали, блядь. Бля, мне вчера ЕПш не дали за вальдуар. Я. Там что-то серф перезагрузили, я спать бы. А сколько там давали? 2000 вот. Не знаю, сейчас 2000 баксов. Дядя, мне выдадут или нет? Нет, тебе уже не выдадут. А да как выдадут. Ты понял? Как ты понял, что не дали, ты спать или нет? Я не был в патче. А. Потому что всех созывали. Блять, я забыл. Так. ИПГП. Ну да, мне нихуя не дали. Просто недавно такая же ситуация была, что чувак не зашел, когда всех звали, чтобы ей продать. Им потом не надо. Да я, у меня не было, мы когда на йогу пошли, я тогда отошел. Потом захожу, и этот серф лежит. Я тебе вчера писал на йоге. Бля, дека что-то, блядь, потрэш вообще хуево, блядь. Чё, тут как-то пройти можно, да, на левитации? Угу. Ну, на стену, на стену. Так что, Гудлик, я уже, блядь, 14 хапал, какие печары стоят, какие ключи. Ой, нет, печары? Камень. Для РБК, что смотрит, где ты страдал. Поднялось, все поднялось. Почему мне прокает? Я машина для убийств и хуя. Походу надо делать анхолика. Надо, блядь, анхолика реально делать, что за хуйня? Кстати, уже пора анхолика делать. А там только пользователей больше будет. Погнали дальше. До конца. И вот этих я зацеплю как раз. Дайте тут про уезд. Чё, захожу? На, уешку даю, бля. О, я бабу прожал. Чего ещё ветер дам, бля. Здесь надо очень-очень сильно работать.
опыт. Да прокай ты, ёп. Ёшь, не попну, побиваю. Так, а кто с меня с незыча будет? Я буду ещё снимать. Я сбил ему каст, тут конец пацан. Почти 10к ДПС. Че, попейте? Ты что, во фроста спекнулся? Ну тут трэша дохуя во фроста спекнулся. Лям 66, ебать, ДПС. Погнай. Здесь я аккуратно. Я всегда был фростом вообще. Эти техника. Один сердо любовь. Сахерит плюс ярко. Уточнее конечно. Нормально. А ты по войнаком говори, да? Да. Тут фул чистить надо комнату, да? Не-не, по правой стороне вот. Техника, техника. Наступать будет. Тут еще не мота, блядь. Я тебе спойлю. Вон там бомба разминирует здесь, нет. Под зелёнкой. Тут мэт контроль, вот в этот чёрт. Благодарю. Ну, как возьмет кого в контроль, даем либо шик, пир. Может взять танка в контроль, гудлик, нажмёшь, что у вас. Это будет контроль. Готовьтесь шипать. О, гудлик ошиб. Хорош, шипы. Гудлик, ты же перепашка, короче. Что я? Сдиспельтесь мне эту хуйню, пожалуйста. Сейчас. Там по контролю скоро будет. Во-во-во, что прям я стандарт. Я злом все равно стреляю. Ему сало дальше. Тут плохо ОД сыпется, да? Это что, у меня ДПС 7500, когда я стою, просто на нихуя не пойду. Опа, ну скиллер глыбу прожал, да? Угу. Нормально. Ну, макроса нет, ничего нет. О, кстати, на редрика манускрипт соки там, это вообще... Да, это хуйня, а не манускрипт. Таймба. Камень силу вставляешь. Тут техники, короче, блядь. Так, техника, да, вот этого первого череп. Блядь. Кто это на месте, на бомбы? Зорки. Шо? Как к тебе мой этот твин? 221. Жестко. Нормально, да? Так, так. У него поезд 200 надо поменять, слышишь? У меня тоже 200, если выпадет.
Бомба осторожно. Так, а погнали всю комнату, я бабл прожму, ну не всю там, и захилю сразу. Только осторожно, техника первого забей. Можешь он ту еще пачку сразу. Ой, здесь пальцы не могу понять. Иначе вы вообще вон тех лотов тоже осадил. Они ничего не сделают. И бомбы. Да. Эту точку убить здесь. Да. Такого ферма. Проклятие, господи. Где ты в зорку? Зорк. Чего ты так мана быстро садись ванулись? А кто сейчас фульдуат собрать? Что говоришь? Кто в Ульдуар сейчас собрался идти? Да, он проход. Погнали сразу в Каруску. Да я хочу на пале проходку сделать, чтобы люди типа, не палятся. Типа персонаж не надо качнуть. Я продавать буду. В Кару идти нужна проходка там? Какая она? Хранители нужна быть. Бля, мне на варе надо тоже. Ну, хорошо. Заходи, убьем. Тогда я с тобой пойду. Угу. Там мы быстро убьем, мне такие флобочки на хранители пособеру. За час. Ну, надо роботов хм, там пухло хм. Ну, с кубами такое. Панфилы вечно не справляются, господи. Я иду продавать типа проходку. Проходку вам вообще. Ну и себе сделаю. Тут по фанчику. Можете его запускать, без пыли прокрыть. Чего-чего? Я запустил оречков, типа, можете пациента остановиться. Ну, мог бы вообще постоку попробовать. Стало дамбом жу. На нахуй. Обою. Ой, е. Че там, минус? А, там и лоб, точно. Термофизик там тоже. Я думал, ты на варе проходку сделал, слышишь? Вот это. А? Я думал, ты проходку сделал. Да нихуя. Чего я не ходил в кару, да? Я сейчас по фасту проходку сделаю, через РБК оденуть. И... Ну да, сейчас нас по фасту РБК выносим, идем проход, идем вторую. 2Т8 у меня есть, и что-то еще. Ну я, может, тоже насыпала себе Т8, будет вторую. Правда, Навара там Т8 хуйта. Ну ладно, бери Т9. 2Т9, 2Т4. Я на ДК есть проходка.
Я думаю, может еще, может спекнуться в анхолика реально. Просто, просто у меня на дека... на этом, блядь. Скажи, сука, как это? На ДК бисовая одноручка. Она... Одноручка. А на анхолик у меня нет. И у меня полно шмоток на лов. Или нет? Не, два кольца. Нет, одно кольцо на лов. А, ну нормально. А, и это шея. Наверх, конечно, спелик. Второй тип повесит. С шаманом тут вообще иди, блядь, проходит. Подлик, нажми зеленку. Я нажимал. Блин, Пау. Че это за хуйня, ебан? Дерьмо, ебан. Ну, ладно. Блин, у меня 7к ДПС на каждом боссе. Жестко. Убийца, блин. Я, ебан, только 221. Угу. Так, вот левитация на чём. Вчера постреливали два реважа ДПС, ебать. Там, блядь, теперь... Все, кто были внизу, блядь, дают столько же, сколько и люди в топе. Оделись ты, типа там на робо тебя 10к, блять, было, у, я не знаю, человек, блять, нахуй 10 весь будет. Ну это мощно, да. Так, Мишка, тут стой, я заварю сейчас. А он кнол босс получается R1 посол от цели, если бить или нет. Отбегай, отбегай. Боссы... Почему? Его могут фейт, наверное, даже передо мной. Я фейт вообще не видел там. Ну если бы вчера, блядь, мастера урона жару, да, все нормально. А кто там кричал, типа, я там не хуя... А, Стасузова, ебать, вчера. Чё-то у него ДПС вообще, блядь, хромает. Йо-йо, нихуя, я там жесткий, ебать. В Аркану спекнулся, пиздец, ебашь, блядь. Ну, не, он нормально ДПС, просто там инфант. Ну нормально, я думал, типа он будет дохуя, ну там, блядь, давать. А чё вы много арканов, типа мана сядет, пусть. Давай бежать. Так, тут левитацию, вот, давай. Вот так просто пробегаемся. Так, поверху, поверху, тут дырочка. Левитацию вот. Дайте мне тоже. Вовсе я прошел. В окошко, ебать, там... прыгаем, да? Включи сразу на уголок, там баф будет. Пошлите, давайте сломаем решетку и вниз пойдем вон от того босса. Воу магик. Воу магика, ёбни. Это где магик? О, чучело идет, блядь. Угу. А, сука. Тварь.
Все сердоли выпадет. У меня 4 штуки, мне надо как-то. В принципе, что, за 2 дня можно сердоль собирать перед тем. Либо яшму, блядь. И яшму не собирал ни разу. У меня только алицит собранный, кстати. Алицит и сердоль. Промах 8 ветром, понимаю. Это тринька выпадет, Она никому не нужна, она. Око, блять. Какое нахуй ок? Ёпта, ну. Накатай, ну, блядь. На фейпа. Фейп тебе надо, эта хуйня? Фейп, он же комбат. Там на роль вдруг пригодится. Его тут нету. Алицит, нормально. Так, а ступни, я вот думаю, можно взять, в принципе. А, заебись, я вчера на ДК квест на Толграде не сдал. А, ебать, мне одну только шмотку поменять, можно в анхоле поспеть. Слушай, можешь сходить сейчас в Пекнус, ебать, прикольно. Да зачем, блин? Нет, вот сразу. Посмотреть ДПС зачем? Вчера полголовного убили где-то с третьего или с второго трава, ну типа из розы. Я думаю, может себе на холи пало 2-9 взять, 2-8-2-9. Хотя хазы. А за 4 не беру, да? Нет, там тоже фигня. Ему, типа, холипал можно собрать full нунсет, типа, абсолютно с фастой нунсет. Либо можно собрать где-то 9. Не знаю, у меня тут ноги нунсет, а рубак нунсет стоит. Скорее всего, по 9 не буду брать, там, просто просит. Сейчас пойду по фасту аспекту себе, я сейчас. Пипец, от 2-то 9 всего лишь правосудие повышается. 10. Сколько? Такое себе. Зачем спекаться? Ты время? Да хочу, ебать, проверь. Вдруг он сейчас разъебывает. И такой трик от ДПС на забудне такой. За ну, ебать, это будет смешно. А пошли сразу босса сагрим и пойдем на лестницу наверх, чтобы вот мы убили босса и трачь сразу. Более недоступен, да вы заебали, дебил. Лестница босса. Вместе с фрешем убиваем сразу, чтобы... А как тут, блядь, на аукционе, блядь, реально нахуй что-то купить? Шакалы. Не знаю. Вообще есть. Я покупал. Я нажимаю купить за 39, он мне, блядь, за 37 предлагает. Там уже куплено. Долбоёб. Бля, дебил он. Да ладно. Не гори. Идите нахуй, ключи. Когда они эту хуйню починят? Они, блядь, дебилы нахуй, что с ними не так? Как, сколько уже? 3 дня, блядь, эта хуйня?
Шакалы, блин. Ну, за секунду по мне не говорит. Да, на холике 50 мастерства, да. Ну, что это, по ДПСу не будет, ДПСу не будет. Ну, у меня просто пушка там на скорость мастерства. Тебе надо 26. Я знаю, что мне 26. У меня на фросте 32. Вон. Так, а что нам осталось? Ну же тот, потом... И гробницы. Зоркова куда на гробнице? А, ну в Кельте доберем. Так, давайте, короче, вот пошли за мной сейчас, если могут. Агрим босса и наверх на лестнице. Так, Гудлик еще надо. Давайте не обосрём, это будет красивая победа. А, мы пошли там наверх. Есть, ибо... Наверх, наверх на лестнице. Прыгаем, прыгаем наверх на лестнице. Пошли так с тобой. Вместе с трэшем, пошли трэш тоже агры зальем. Потом это поломаете? Ну я поломаю только. Вот так ты уже спекнулся? Нет, я не могу символы купить, куда я буду спекать. Хватит ауешку заливать, давай где зорки босса будет. Это не я, Валет. Кто это заливает? Ну типа, там оба такие. Нихуя себе моду, блядь. Да. Мобы. Зато я хпс кручу, вот не так. Мобы маги, блядь. Ты как хотел. Товар, товар, трав. У меня доты слетели, как охуенно, блядь. О, тотем этот, ну да, да. Роботяги будут. Блять, меня нахуй закопали, помогите, блядь. Надо будет сбить Каспару. А-а-а. О, сбейте, сбейте. Пиздец. Испалить можно. Я прям стану с мобу. Бейте босса, я стану мобу, да. И жаль тебе. Это на ДЦ, наверное, да, более-менее? Это в Solid Seven, так думаю? Mm-hmm. Кстати, Мишка, ну там на тебя три секета пояс смотрится. Пояс? Угу. Или штаны? Гейтс. Да, в этом. С этого босса? Угу. Чик. Это там РПБ. А, чё-то не вижу, где? Со следующего, что ли? Так. Кто пойдет в воду, тот лох. А, ну да, вижу. Ну там на ДД больше, мне какой-нибудь меткой с мастерства надо. Ну да. У меня заебись вроде пояс. Ну коту бис вроде тоже такой. Да, коту роги больше. Мне моб хуяй. Молодец. Аккуратно вот так прыгайте за уголочек. Чё, левитация? Да, шух, прыжок. Че не левитация? Давай напрямую к боссу. Отсюда а, можно кстати... напрямую, нет? Нет, нет, нет. Пошли, Гудлик. Вы можете напрямую лететь, мы пойдем. Я вон за три медведь летаю, фибать. Да, летите, мы доходим. Паркур! Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Браво. Паркур, путь самовыражения. Молодежное течение.
За 400 хосты кульбай, не пост. Не понял, как на аукционе будет что-нибудь купить на. Да ты нахуй. Два раза мор нажал, два раза промо. Здесь сюда. Вести, вести в нашей базе. Опа, чё я всех обогнал? Это напало. О, тихо-тихо, не пуляй, не пуляй, не пуляй. Вот так, здесь вот, короче, убежать, да? Да. Там кто-то... Да, вот так. Так, по уголку бежи. Да как тебе ты раз? Беги, дорогая, беги. Ира, Дима, мой па. Если услышишь, они... Где там зоркий? Вылетел? Опять свет выбило, блядь. Свет опять выбили, пидоры, блядь. Опять телефон, блядь. Так, сейчас играем по ворожей, потому что она хилит. Пошли, блядь. А вы через верх прошли, да? Угу. Это через весьма. Я вон вижу. Ну да, короче, блядь. Тут фир будет, если осторожно. Так, снял. Вместе весело шагай. Блядь, что за... Чё? Он закрыл. Вместе весело шагать? Вопрос. Далеко зорки? Да, далеко, не знаю, что я нажал на весь, залагало. Сейчас тебя резать. Я забежал. Ой-ой-ой-ой. Сука. Ты меня называешь, ты не вспомнил. Блять, был бы у меня товарищ 2004 и 0 шмота, ебать, я бы чилил. Еще он там пробежит? Нет, а, отрезал. ДК это мой мэн, ебать. У тебя каждый мэй. Не, ну сначала я с ДК играл. То за Фроста, то за хрен кого. Ну выгляжу я вообще охуенно, да? Целитель. Когда бегу. Я встану еще. Когда бегу, вид сзади просто охуеть. Вместе вместе вошло, да. Как говорил Шова, гулик просто. Как говорил Шова, Шова долбоёб. Мне понравилось вчера на этом на Фрей. Сейчас Шова говорит такой, Шова гей. Он потом такой, что это только что было. Потом, ну и ладно, поехали. А кто он это не говорил? Кто это сказал? А кто это говорил? Это я сказал. Там два раза. А. Там два раза кто-то шел, подъебал, ебать, я угорал. Шоу такой. Бать, что это было? Тише, прям такой. Хуй его знает. Годлика, а что ты здесь сделал? Да бля, я застрял, меня тут уебан, блядь.
Подставил. Телрент что? Что? Пора, блядь. А ты как он язык подождал? Нихуя ДПС 10к, ебать, мой еще весь на прокол, нихуя. Блин. Да, гублик, просто гублик. Бля, в анхолике, мне кажется, по трэшу было бы больше намного ДПС. Нет. Ну трэш, трэш уже бы сдох, потому что ты там растакал бы трэш. Что двоющий ветер, блять, прокает нахуй. Экзелуп. Падает. Ока забуна, тут ока забуна. Давайте не обохрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Зебун. Зебун это тема. Чё он ебанулся, блядь? Жирный хуй. Геодата, блядь. Геодата, сломали геодату, блядь. Так, ну короче, когда будет это рыгать, ты просто затаунти, да, вот так затаунти. Работа сразу там. Вместе весело, что делать, вот просто... Вот так мы его изи убили. А тут все, ебать, у нас ДПС нахуй под 10к будет, что нужно вообще, о чем тут говорить? Я в стопе стал. Я говорю, надо было, блядь, не РБК открывать, надо было, блядь, магию Гуру открывать. Уже, блядь, все давным-давно, блядь, по параметрам проходят. Ну да, типа, мне кажется, что после РБК уже будут точно Грула с первого. Когда кары не было, мы уже, блядь, по ДПС, блядь, проходили магию Гуру. Ну, и по СПС. Да для Каржана вообще 4 КДПС или 3 проходки. Там нет, там, блядь, от 6 до 8, блядь. Не, Молчазара можно 4 ДПС. Ну там метеоры заспавнятся, и не хватит. Да не. Сука, хотел сказать пояс, нахуй. Хуй там, блядь. Ну, блин, давай. Вместе весело шагать по просторам. По просторам. А что там с него выпало? Сука. А я шмак. Серьезно, я шмак. Хераси Лангрис, блядь, 233, охуеть. Что за приколы? Ну, о, здесь пушечку будет. Можно мне выбить. Навара, что ли? Хотя нет, мне надо взрывниться маны. Нет, кстати, нет. Мы вчера ходили, выпал. Твой меч за меня скинул, ищить на меня. Охуеть, да? Мне навара надо два этих меча, и мне надо топор этот, да, с тремя соками. Куда он падает? Ну, стек скинзал, блин. Ну, там на ретрика вообще бесит. Ну, там, ты, типа... Ты... Что-то, что он там дает, я не помню. Силу 100 чем-то, 120 вроде и 300. Нет, 95 силы, 3 сокета и скорость, и что еще? Чисто скорость или что? Скорость крит, наверное. Где он, блядь? Текский зал. Он откуда падает вообще? А, вот. Скорость меткость дает. А, ну заеби, так. Нет, тогда вон мне нужен, да, меткость. Хочешь наверх сразу? Уведи, пацаны, мы типа тут вдвоем тут. Ну мы займем оба этим. Нихуя. Как робот говорит. Слышишь, как он лагает? Лорки, там как робот. А вы на аукционе тоже ничего куплять не можете? Просто три не хватило, бежит. А? Зоркого заебашил. Я резко. Тебя не слышно, нихуя. Блять, меня залагало.
Говорю, залагало, бля. У тебя там пиздец вообще, бля. Бля. Парлы интернет. Скажи спасибо, что не вчера в Ульдуаре не было. Я баблом снял. Купить что-то на этом, на аукционе, если я хочу не вот не за минимальную цену купить, а которую там пониже. Mm. Он мне просто предлагает купить и перед этим, которое, и, блядь, ниже. Я думаю, ты шо, блядь, дебил или что, Гудлик, это что такое? Это мой макрос. Это перед тем, как убивать босса в рейде, я молитву читаю. Это будет красивая победа. Бустинг весело понять. Ну, гудзорки бурстит, конечно. Я не помню, что там надо отходить от них, когда они выросли. Да, 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 отходи все время. Иди, на 20%, да, когда будут корни, просто отходим, кастеры добивают нас. Зорки, где ДПС? У меня, блядь, 1000 пинг. А я растение, блядь, мором задел, блядь. Нихуя. Котом можно крутить ДПС или зарядку. Наебал систему, короче. Так, 55% уже отходи. Отходим, 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 отходим. Все, там за стил идет. Гудлик, ты выяснились или что? Не, я в зеленке. Ну и что, ты после хрида? Он меня обогнал. Нет, нет, зорки, нет. Ну нахуй. Ну. Лежать его. Не обогнал. Сюда, нифига себе на друга. Ой, нихуя, на эрдру надо. Это бис, наверное. Охуеть вообще, да, нихуя. Это хуета как. Статы их оставишь. Пиздец. Соста духа, да ему. Хотя хуй знает, нахуй ты хосты, статы. Тут, да, это, тут, короче, левитацию отходи, левитацию дашь на углу, просто липсис. То ебница вниз, тот лох. Да, ладно. Дайте тучку. Давай, левитацию. ПДК, лобочка дайте. Сейчас я покажу окно. Я тоже знаю. Просто я вдоль стенки пробегаете и вот так вот, как я сделал. А, я чуть не видел. У кого не получается, тут назад просто отходите и дальше поверху вот так, да. Ага, понял, нахуй. Чё за хуйня? Гудлик, ну ты фрик. Ой, блять, я упал. Поднимайся, там рядом поднимайся. Котяра ебнуть. Так, а где там подниматься-то? А да, вперед беги там и там идет дальше. Преподобная. Вот сюда, что ли? Да. Преподочная, преподобная. А, подожди, а там. Короче, я сейчас сразу сначала. Зорки летают. Погнали, пока трэш почистим, Гудлик, власть переключи.
Нихуя себе. Вместе весим ваша, блядь, потратить. Я могу вообще, блядь, танчить на хапуху. Сейчас просто добежит у нас. По бенвизам пройдет. В анхолике был бы, было бы еще проще. Если бы я Блад ДД был бы, я бы вообще мог бы, блядь, все инсты бы танчить. Тихо-тихо, жди-жди. ДПС бомба, зуб даю. Когда у тебя их нет, да? Принести вещи наш подать. Простуем. Простуем. Сюда Мишка убежал. А, бежишь так? Но мимо мобов сейчас. Понял. И куда до босса доберемся. Давай, гудлик, не подводи танк. Думал, скоро тринку боб заберет, оказывается, нет. Если долбоебы что, не мелики, что ли, блин? Шакалы. Спину только не становитесь там никто. Так, по центру его да сделай. Все, малыш. ДПС покручу. ДПС мутин. Лангерс, отойди со спины. Да ничего страшного вообще, я прохилил. Слышно? Конечно. Херово. Ну, у меня пиздец, короче, эта зарядка села, блядь, на компе.